Я пришла болеть за Акбар с папой. Я пришел болеть за Акбар с папой. Мы пришли болеть за Акбар с нашим дядей. Мы пришли с тренером. Почти все матчи Акбарс мы смотрим. Рубин любит Акбарс и болеет за Акбарс. Потому что хоккей очень увлекательная игра и интересная игра. Я пришел сегодня на хоккей с родителями и тренером. Вы знаете, я с детства болею за Акбарс. На первую игру привел меня мой папа, чему я очень благодарен. У меня даже до сих пор есть календарики 97-го года, которые я бережно храню. Мы приехали со школы номер 5 города Канаша Чувашской Республики вместе с ребятами в внешкольных каникул, учителя и ребята, чтобы поболеть за нашу любимую команду Акбарс. Я хочу, чтобы они взяли кубок Гагарина. Мой любимый друг Зарипов. Алексей Морозов. Денис Зарипов. И Пеканин. Константин Барулин. Хентунин. Капанин. Зарипов. Потому что они очень хорошо играют. А у Никулина хорошие удары. Алексей Чупин — это однозначно. Но вообще очень сложно выбрать одного игрока, потому что команда, друзья, команда — это одно целое. Все игроки любимы. У них много моментов, только надо больше бить и забивать. Они должны продолжать в том же духе, с уверенностью и хорошо тренироваться. И чтобы всегда у них была сила и всегда забивали. Побольше уверенности и стремиться к победе. Уверенно играть и ничего не бояться. Хорошо играть и удачи в карьере. Чтобы они забивали побольше и тренировались побольше. Надеюсь, Акбар сегодня победит. И каждый день он выиграл со счетом 5-0. Казанская, Суворовская, болеет за Акбарс. Я болею за Акбарс. Я люблю Акбарс. Акбарс вперед! Вперед, любимая команда! Мы любим хоккей, мы любим Акбарс! Акбарс вперед! Победа его ждет! Акбарс, мы любим тебя, мы верим в тебя! Ура! Акбарс, Акбарс вперед! Акбарс, мы любим тебя, ты лучший! Вперед, Акбарс! Победа будет за нами! Акбарс вперед! Акбарс, Акбарс! Я призываю всех болельщиков хоккейного клуба Акбарс ходить на все матчи регулярного чемпионата. Вместе мы победим. И не забывать брать с собой на матчи своих девушек. Вперед, мой любимый Акбарс!